Самый западный регион России, Калининградская область – это мягкий климат, красивая архитектура и, конечно, туризм. Занимаются здесь добывающей и обрабатывающей промышленностью, что также представляет интерес для ульяновских предприятий. Делегация нашего региона поработала в Калининграде. В том числе осмотрели крупнейшее производство – Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Гостям показали стапель «Янтарь», достроечную набережную, а также машиностроительный цех номер 50. Мы, конечно, будем стараться налаживать мосты. Так, с Ульяновском у нас есть плотное взаимодействие. У нас любой корабль надводный без МАРСа не работает. Поэтому все уши, глаза корабля – это тоже у нас МАРС. Далее ульяновцы пообщались с коллегами с автосборочного предприятия «Автотор». Договорились обмениваться опытом. Наш регион готов предложить уникальные компетенции в сфере микроэлектроники, станкостроения, программных решений в IT, поставки комплектующих для отрасли автомобилестроения. Для нас приоритетным направлением для экономики региона является повышение инвестиционной привлекательности, развитие регионального сельского хозяйства, рыболовства. Сфера туризма для нас тоже является таким стратегическим приоритетом. Сегодня Калининград входит в пятерку топовых направлений. Но, пожалуй, главной темой обсуждения стало развитие туризма. Представители региональной туриндустрии презентовали продукты санаторно-курортного лечения, семейные туры для отдыха. К встрече с туристами в Ульяновской области готовы 18 санаториев, 20 объектов с открытыми летними бассейнами, аквапарк и более 40 кемпингов и глэмпингов. Мы в августе прошлого года открыли прямой рейс из Ульяновска. Два раза в неделю летает самолет. Причем рейсы, они практически 100% имеют загруженность. Дальше эту программу будем расширять. В июне этого года в Ульяновской области пройдет рекламный информационный тур для операторов Калининграда. Кроме этого, по федеральному проекту «Большие гастроли» в июне Ульяновский драматический театр покажет свои спектакли в Калининграде. Соглашение о межрегиональном сотрудничестве стороны подпишут на Петербургском экономическом форуме. Анна Тищенко, Улправда ТВ.